В этом году акция «Вы не одни» вышла за рамки Саратова. Мы объехали и ближайшие районы. В селах пожилым людям приходится нелегко. Старикам, как правило, уже тяжело ухаживать за приусадебным участком и частным домом. Особенно женщинам, одиноким. Двух последних участниц мы нашли в красном тюстильщике. Вот тут вот картошка, тут и тыква, тут и арбузы, и все. Огородом Валентина Васильевна Смирнова занимается и в 87. Свой урожай – существенная добавка к пенсии и возможность заняться хоть чем-то. В поселке Красный Текстильщик пенсионерка осталась совсем одна. Муж умер давно, из троих сыновей уже ни одного нет в живых. Помочь иногда приезжает сноха. Всегда рядом только тополек. Вот хозяин, не отходит. Пенсионерке нужно совсем немного – вскопать маленький участок огорода. С большей частью Валентина Васильевна уже справилась сама. Потихоньку копаю, сажаю. Вот помидор тут и было много, я их перекопала. Как я живу? Хреново я живу. Галина Ильинична Ежова живет на другом конце поселка и тоже одна. Единственный сын умер. Перенесла 3 инсульта. В огороде и по дому ничего не разрешают делать врачи. У меня ишемия мозга. Ни вверх, ни вниз голову. Вот что хочешь, то и делай. Полы не могу и... Всю домашнюю работу за Галину Ильиничну делает социальный работник. Нас она попросила вымыть окна и вскопать в палисаднике. Весной помощница посадит там цветы. Вскопать огороды и вымыть окна нам уже пообещали ребята из Союза добровольцев России. Если вы тоже хотите принять участие в нашей акции, добро пожаловать на сайт teleobjektiv.tv. Весь список желаний стариков там. Все организационные вопросы берем на себя. Звоните нам в редакцию. Давайте вместе докажем, что они не одни.